Здравствуйте, ребята! Меня зовут Хитрук Елена, я заводчик птицевод перепеловод. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать комбикорм. На данный момент він составна его будет как для перепелов несушек на яйцо, и также для перепелов от 3 недель до забоя 50 дней. О составе самого корма, дивіться в предыдущем видео, буквально оно только-только вышло. Вот. Ну а уже сам корм приготовить. Сейчас мы запускаем работу. Состав нашего корма пшеница, кукуруза в пропорциях, почему я тоже рассказала в предыдущем видео. Почему вы сейчас бачите морковочку, да, шкурочку с морковочки, обрезанные части морковочки, тоже рассказала в предыдущем видео. Подивіться внимательно. Также из протеина растительного происхождения о шротах я тоже рассказала. Продивіться внимательно. Макуха, сама макуха, яка вона, який процент протеина.